Здравствуйте, уважаемые интернет-серферы! С вами второй выпуск передачи «Девайс from Underground». После первого выпуска произошло много событий. Меня судьба занесла в Омск. Но несмотря на это, мы все равно нашли силы и время, чтобы снять для вас финальную версию. Сегодня у нас в программе мобильный телефон Nokia 5530. Итак, Nokia 5530. Качественный звук, матрица телефона показывает довольно-таки четкую картинку при расширении 360 на 640 пикселей с диагональю дисплея 2,9 дюйма. Большие сенсорные кнопки можно управлять без стилуса, но стилус присутствует. Построен на платформе S60 Symbian, заточен под управление пальцами, но нажимать нужно довольно-таки сильно. Данная модель адаптирована для тех, кто любит сидеть в социальных сетях. Камера этого телефона, конечно, желает лучшего. Всего 3,2 мегапикселя. Батареи хватает в режиме разговора на 4,5 часа, в режиме ожидания 351 час и в просмотре видео 3,5 часа. В режиме разговора батареи хватает на 4,5 часа, в режиме ожидания 351 час и в режиме просмотра видео 3,5 часа. В Nokia 5530 присутствует стандартный набор функций, таких как Bluetooth, Wi-Fi. Об этом мы подробно не будем даже говорить. Встроенной памяти в этом телефоне 70 МБ с поддержкой слота для карты памяти до 16 ГБ. Довольно-таки мощный процессор с тактовой частотой 434. Объем оперативной памяти 128 МБ. Цена такого девайса в среднем 300 условных единиц. Весьма элегантный телефон, хорошо сидит в руке, очень легкий, менее габаритный, чем 5820. Разъем для обычных наушников 3,5 мм, а также два стереодинамика, которые находятся на лицевой части экрана. Nokia, как всегда, в своем репертуаре заднюю крышку сделала из самого тонкого, что ни на есть, пластика. Вообще телефон не из тех, которые может падать. Для тех, кто любит менять симки, скажу одно – застрелитесь. Потому что если вы вставили уже в симку, значит вытянуть ее будет очень проблематично. Ну что, будем прощаться? Мне было приятно вести эту передачу. Я думаю, это еще не конец. Nokia 5530. Стоп, Света. Как будешь готов уже, мне? I'm ready. Ведь он не мудрёный, пареный. Телефон не деревянный, но и не каменный. Я орехи, а вот не стоит.